Здравствуйте, хочу представить обзор, распаковку. Это у меня пришел Meizu M6 Note. Заказывал я его на Алиэкспресс, магазин DDC Store. Шел он 22 дня. 04.02.18 заказал. Трекнулся 05.02.18. Получил 27.02.18. 9022 рубля. Около 160 долларов он обошелся. Что здесь интересного? Ну, здесь 3 гигабайта оперативки, 32 гигабайта встроенной. Это версия M721Q, она идет подешевле, будем прошивать. Здесь только у нас английский и китайский язык. Характеристики аппарата у нас 5,5 дюймов, у нас Full HD IPS OGS дисплей, 1920 на 1080, у нас разрешение 2,5D. Имеем Snapdragon 625, это, конечно же, большой плюс в этом аппарате. 8 ядер по 2 ГГц, Adreno 506 у нас видеоускоритель, 2 нано-сим, есть индикатор событий. Основная камера у нас 12 мегапикселей от Sony, MX362, либо от Samsung 2L7. По-моему, вариант от Samsung, он побюджетнее вроде бы как. Фронтальная камера на 16 мегапикселей, тоже будем смотреть какая. Габариты аппарата 154x6 на 75,2 на 8, 35 мм, толщина, вес 173 грамма. Meizu M6S по сравнению, в общем, он там 5,7 дюймов, у нас форм-фактор 18,9, он на 2 мм уже, примерно на 2 мм покороче. В общем, и вес у него поменьше, около 160 грамм. Но здесь у нас 4000 мА батареечка. В Meizu M6S у нас около 3000 идет батарея. Здесь в комплекте, почему такая цена, по идее должно идти еще и стекло, продавец еще и переходник отправил, ну здесь как всегда 20 долларов, китайцы боятся, что кражи всякие и так далее. Смотрим, вот такая коробочка, 4G, типа того, что поддержка, будем смотреть, какие частоты. Вот у меня Meizu M6S, МТС у меня не поддерживается, тоже у меня китайская версия пришла, ну то есть не глобальная версия аппарата. Смотрим модель M721Q, будем смотреть, что внутри. Так, смотрим сверху, у нас сразу же вот стекло. Такой серебристого цвета аппарат. Ну, смотрим, рамочки, конечно, такие большие, но 5,5 дюймов здесь. Смотрим, что у нас внутри. Здесь у нас скрепочка лаймовская. Здесь у нас всякие бумаженцы, не знаю, никто их не читает. USB, микро-USB у нас шнурочек. Здесь у нас быстрая зарядка, 12 вольт, 2 ампера. Смотрим, такое стекло у нас пришло. Не совсем, конечно, супер-пупер, но ладно, на первое время, может быть, сойдет. Да, аппарат весит около 180 грамм, 178 грамм, если еще стекло, плюс стекло, около 190 грамм, наверное, точно будет весить. Смотрим на сам аппарат, здесь у нас наклеены пленочки технические, вот спереди и сзади, все это дело сейчас убираем. Да, аппарат красиво смотрится у нас, и сзади то же самое, убираем пленки. Ну, смотрим, так выглядит у нас аппарат, давайте по внешнему виду пройдемся. Сверху у нас располагаются датчики, у нас все же утопленный динамик, и фронтальная камера здесь у нас. Кнопка Home, домой она механическая, и здесь у нас располагается сканер отпечатков пальцев. Сверху у нас микрофон, и окантовка у нас металл. Смотрим, по сборке у нас ничего не бренчит, все сделано суперски. Так, справа у нас кнопка включения и выключения, здесь у нас такой пазик сделан, и для кнопки регулировки громкости то же самое, здесь все в одном располагается, в принципе удобно, все под правый палец сделано. Также слева у нас слот под симки, к нему попозже перейдем. Снизу у нас разъем 3,5 мм джек, здесь у нас винтики видно, микрофон и динамик. У нас один динамик расположен здесь. Сзади смотрим, у нас вот так в полосочку вспышечка у нас здесь спряталась. Здесь двойная камера Samsung и Sony. Будем все это дело еще дальше смотреть, тестировать, что у нас здесь стоит. Здесь надпись Designed by Meizu. Полосочки для того, чтобы у нас сигнал проходил. Смотрим сам слот, он у нас металлический, и пластиковая основа тоже там есть, и вот он немножечко у нас люфтит. Составной слот, либо две наносимки, либо одна наносимка и microSD. Слот обратно вставляем. Здесь вот то ли от пленки осталось, ну не знаю, вот так вот отпечатки пока собираются. На Meizu M6S мне это все покрасивее показалось. Давайте включаем аппарат. Он у нас что-то не включается, будем ставить его тогда на зарядку. Ну вот аппарат у нас зарядился, кстати, здесь у нас имеется слева индикатор пропущенных событий, ну и также при зарядке тоже белым цветом он мигает, все дело это у нас работает, даже, конечно же, плюс. Давайте посмотрим, какие у нас рамочки, смотрим, вот по периметру идут черненькие рамочки, смотрим, вот белый цвет, в принципе, все отлично, неплохо так выглядит. Кнопочка у нас, она сенсорная, если механически нажимаем, то у нас на рабочий стол выкидывает, и также здесь у нас сканер отпечатков. Ну, смотрим, вот то, что у нас приветствует из коробки именно в такой версии. Это у нас англо-китайский язык. Сейчас переключимся на английский. Шарик, где нарисован у нас земной, вот English. Вот переключились мы на английский язык. Ну, давайте посмотрим. Вот верхняя шторка. Сверху у нас быстрые настройки. Wi-Fi, Bluetooth,
Беззвучный режим, режим вибрации, все очень удобно. Нажимаем, все этот режим включается. Также режим полета, GPS у нас, автояркость. Здесь у нас вот так включается. Ну, давайте посмотрим, вот это у нас полная яркость вот такая. В принципе, такой яркий экран у нас, Full HD, не забываем, здесь у нас. И вот это минимальный, ну вот сейчас буду я ловить, где у нас, вот она, поймал. Отличный порог яркости, что максимальный, что минимальный. В этом плане все хорошо, есть скриншот, hotspot имеется у нас функция. Давайте перейдем в настроечки, посмотрим, что у нас здесь. О телефоне, Meizu M6 с ноты, и вот вся информация. Android 7.1.2 у нас. Flyme 6143A. Будем прошивать на русский язык, чтобы не тыкаться как слепой котенок. Поставил симку МТС. Как видим, 4G у нас поддерживает. Это, конечно же, радует. Ну, в общем, прошил я его на глобальную прошивку. Извините за такую тавтологию. Здесь был уже измененный ID. То есть мне ничего не пришлось менять. Root получать, менять ID. Все в этом плане нормально было. Через терминал проверил. В принципе, все ссылки я могу выложить в описании, как это делается, как проверять ID. И в общем, сразу же напрямую прошил на глобалку. То есть, скорее всего, китайцев это на потоке. Цена разнится за глобал, за китайку. Но лучше покупать китайку, потом прошивать. Кто-то вообще оставляет Китай, русскую локализацию делает через определенные утилиты. Вот такая шторка с быстрыми настройками. Фонарик. Давайте еще раз посмотрим. Да, действительно ярко так светит. Умные жесты. Есть у нас возможность, то есть назад удержать, вверх, вниз, панель уведомлений. Ну, если честно, не пользуюсь этим. Не беспокойте, у нас режим есть VPN, точка доступа. Можно перейти отсюда же и в настройки. Давайте посмотрим, что у нас предустановлено. Здесь Google сервисы, есть темы, пункт есть безопасность, вот батарея, режим энергосбережения. Тоже все это дело настраивается. Супер режим есть, классные фишки. Также есть очистка, поиск вирусов. Телефон сам иногда чистит кэш, ненужные файлы удаляет. Все это, в принципе, конечно же, отличает его от и подобные телефоны Xiaomi, Meizu, Huawei, ZTE, они как-то задумываются над прошивкой, для потребителя, как говорится, работают. В отличие от 3-4 эшелона, есть у нас вот обновить, загрузки. Так, не вижу здесь FM-радио. Ну да ладно, давайте в настройки перейдем, посмотрим. У нас вот сим-карты, сети, Wi-Fi, Bluetooth есть, модем, точка доступа. Далее еще пункт. Смотрим беспроводной дисплей, то есть можем, типа как Miracast, выводить изображение с телефона на телевизор. Уведомление статус-бар, смотрим менеджер уведомлений. Управлять можно этим делом. Уведомление при блокировке, пробуждение экрана. Новое уведомление будет пробуждать экран, шторку уведомлений. Выпадающая панель уведомлений на экране блокировки. Скорость соединения, люблю вот эту тоже фишку, окрашенная строка состояния. И у нас вот процент заряда здесь настраивается. Звук и вибрация. Давайте посмотрим, что у нас по звуку. Вот это тоже хорошая фишка есть. Вот нарастание, рингтон. Да, звук очень громкий, ничего не хрипит у нас в этом плане, конечно же, хорошо. Отклик кнопки домой, можно средне, сильно, мягко. Вот такие вот тонкие настройки. Системные звуки, то же самое нажатие на экран, затвор камеры, зарядка батареи. Все очень тонко можно настроить под себя, как мы хотим, как любим. Есть режим не беспокоить, есть у нас расписание. То есть что-то похожее, как в Xiaomi. Смотрим персонализация. Иконки Flyme, аватары в стиле Flyme. Далее смотрим, есть у нас легкий режим. То есть вот так включаем, и это для, наверное, для пожилых людей. Экран, яркость, ну уже смотрели, как бы здесь в этом плане все хорошо. Минимальная вообще супер и максимально. И что сказать по экрану по самому, все-таки, мне кажется, он здесь зеленоватый оттенок уходит, но не так ярко выражено, конечно. Допустим, вот в сравнении с Meizu M6S, где у нас белый фон, ну, допустим, Сбербанк, вот здесь вот белый цвет вообще. Вот мне после Meizu M6S, не знаю, как-то все экраны кажутся немножечко не такими, вот как. В этом плане, конечно же, Meizu M6S, в плане экрана, цветопередачи, мне больше нравится Meizu M6S. Ну, конечно же, есть плюсы и минусы в этом аппарате. И в этом Meizu M6S, допустим, меньше батарея. Здесь батарея держит примерно как в Xiaomi Redmi 5, 3300, Xiaomi Redmi 5, а здесь у нас 4000. И кому-то нравится, может, сканер отпечатка, что здесь спереди. Ну, я уже попривык. Сканер, кстати, срабатывает отлично в этом плане. Давайте посмотрим. Вот. Вот так вот. Чуть-чуть нажимаем, и у нас одновременная разблокировка происходит. Ну, давайте, допустим, здесь посмотрим, как. Ну, мне кажется, здесь Meizu M6S, допустим, сканер быстрее работает.
не знаю, с чем это связано, с процессором, может быть. Здесь у нас Qualcomm Snapdragon, здесь у нас от Samsung процессор, и здесь сама система, мне кажется, может быть, побыстрее работает. Ну, как-то не хочется вот с этим телефоном, с Meizu M6, на что-то другое сейчас менять. Ну, я имею в виду в этой ценовой категории, именно около 10 тысяч рублей, что этот, что тот аппарат стоит, версия 3.32. Далее, что у нас? Экран, яркость, режим защиты глаз есть у нас. Давайте вот так вот можно. Холодный, скорее всего, какой-то в теплый. Вот такая вот интересная штука есть. То есть у нас, чтобы не болели глаза, когда мы много времени проводим вместе с телефоном, с экраном. Цветовая температура, то же самое можно менять в теплую, в холодную. Тоже интересная фишка. Но оставляю все среднее. И автоповорот. Смотрим отпечатки и безопасность. Уже об этом уже это смотрели. Доступ к уведомлениям, неизвестные источники. Это у нас такой пункт по безопасности. Далее смотрим по батарее. Уже тоже заходили в этот пункт. Вот детали энергопотребления. Что у нас тут кушает, сразу видно все. Режим энергосбережения тоже можно включить. И супер режим. Далее смотрим, у нас есть такие пункты, как аккаунт Meizu, другие аккаунты, то бишь Google аккаунт у нас здесь есть. Память и резервные копии, смотрим, всего 2912, доступно 8.45, но у меня сейчас здесь игры закачаны, поэтому вот сейчас доступно около 9 гигабайт. Есть копирование и восстановление, сброс заводским настройкам, это у нас пункт память. Есть очистка мусора, то же самое, вот интересно. Смотрим, вот так вот он все сканирует. Насчет клавиатуры, здесь тачпал. И мне она не понравилась, что в Meizu M6S я ушел от нее на простую Google клавиатуру. Она как-то поудобнее. Так, вот таким действием можно выключать экран. Это у нас все в специальных возможностях. Давайте посмотрим открытие диспетчера задач. Вот у нас горизонтального, можно сделать вертикально. Быстрое пробуждение, ну вот двойное нажатие. Посмотрим, как двойной тап, все у нас срабатывает. Вот двойным нажатием можно камеру запускать. Давайте еще раз специальные возможности зайдем. Далее еще умные жесты. То есть вот это вот у нас фишка появляется. А это вот типа как назад уходим. И можно ее отключить. Назад и так далее. Но мне кажется, это бельмо, как бельмо на глазу все это дело. Вот так вот у нас диспетчер задач с вайпом, и можем переключаться между запущенными программами. Детский режим, игровой режим тоже есть, ускорение игр, оптимизация. Тоже интересная фишка. Дважды нажмите кнопку «Домой», то есть вот здесь у нас запуск камеры сейчас у меня настроен, и выключить экран, тоже удобная фишка. Show Navigation Bar, можно кнопки эти спрятать, но я, в принципе, привык к этой кнопке. Навигационный бар, он съедает у нас экран. И в этом, конечно, плюс в том, что здесь у меня, конечно, кастомная прошивка стоит. Здесь у нас кнопочки не убираются. Есть китайская прошивка, есть вот эта кнопка Meizu круглая. Она вроде можно жестами так же, вот как с этой кнопкой, с ней работать, переключаться, различные действия делать. И она, по-моему, тоже прячется у нас, убирается. Ну, у меня в этой версии прошивки ничего здесь нету. Ждем глобальную прошивку на Meizu M6S. Есть умная крышка. Перейдем в режим обложки при закрытии чехла. Поиск на рабочем столе. Включение и выключение по расписанию тоже спрятано в этом пункте. И вот есть специальные возможности. Это от Гугла стандартное, что идет. Калибровка датчика приближения, датчик ускорения, гироскоп, программа улучшения ПО. Вот сколько много пунктов вот в специальных возможностях. Ну и обновление системы. Вот о телефоне давайте посмотрим, что у нас сейчас стоит. Meizu M6 Note. Модель 721H. Вот появилась у нас. Вот, то есть глобальная типа того, что версия. Серийный номер такой-то. Android 7.1.2. Flyme 6.1.4G или G, это то есть глобальная версия прошивки. Давайте поговорим о камере. Здесь камера у нас стоит двойная. Какой модуль стоит? Ну, на AliExpress в основном продаются Sony IMX 362. И, скорее всего, в большинстве случаев у всех стоит Sony все-таки IMX 362. 12 мегапикселей сенсор. Либо Samsung 2L7 широкой апертуры F1.9 чипом 1.4M SMOS. 5 мегапикселей. Dual Pixel Drive 0,03 секунды. Размер пикселей 1,4 микрометра. 6 линз, 4-диодная. И у нас имеется LED-вспышка. Фронтальная камера у нас на 16 мегапикселей идет. 5-элементная линза, апертура F2.0. Arc Soft, то есть обработка, технология Face AE. И все-таки я склоняюсь к тому, что у нас стоит здесь сенсор от Sony IMX 362. Ну и давайте посмотрим, есть ли у нас
сейчас не вижу автофокусировки, но, наверное, все-таки он как-то фокусируется. Смотрим, вот такой интерфейс у нас камеры. Есть HDR, вспышка, двойная камера. Это у нас всякие фильтры идут, черно-белый, мягкий рассвет и так далее. Далее смотрим вот по настройкам, что у нас есть: сетка, уровень, дата на снимке, приоритет SD-карты, если она у нас стоит, конечно же, размер фото. Вот фронтальная камера вот тут 16 и тыловая, то есть основная камера, на 12 мегапикселей у нас 4 к 3 идет. Далее смотрим, вот у нас портрет есть, здесь уже свои фишки идут, расширенные. Есть смарт, вот бьюти, давайте в авто вернемся. Здесь у нас есть, вот задействуется вторая камера, которая делает нам режим боке. И у нас эффект размытия включен, оптимальное расстояние фокусировки в пределах 1.5 метра, тогда у нас происходит, получается, размытие. Простой снимок сделаем. В общем, макросъемку проверим, как у нас текст. Конечно же, здесь все супер. Есть вот режим HDR, давайте в HDR посмотрим, как у нас скорость, как она у нас сработала. Тоже интересно, конечно, все это дело снимает. В этом плане, конечно, молодцы. Meizu здесь уделили большое внимание камере. Вот здесь еще замедленная съемка у нас имеется. Есть сканер, вручную, панорама, мейкап покадрово. И имеется режим GIF. Посмотрим, как у нас видео выглядит. Размер видео у нас 1920 на 1080, 4K и 1080p у нас пишет фронтальная камера. Ну, давайте попробуем что-нибудь снять. Раз-два-три, тестовое видео. Meizu M6 ноты. Есть фокусировка тапом. Посмотрим, что получилось. Затри тестовое видео Meizu M6 ноты. Да, в этом плане, я думаю, с камерой здесь все хорошо. Посмотрим сейчас переднюю камеру. Вот, всем привет. Есть у нас вот тоже режимы различные. Есть портрет, есть у нас авто. Да, я думаю, неплохо. Конечно же, неплохо снимает. Давайте видео посмотрим, как снимает. Раз-два-три, тестовое видео Meizu M6 ноты. Раз-два-три, тестовое видео Meizu M6 ноты. Да, тут видно у меня каждую морщинку, аж прямо неудобно все это дело вылаживать, а что ж приходится. 1920 на 1080 у нас пишет в MP4. Еще небольшой нюанс по камере. В дневное время, когда солнце, допустим, ярко светит, у нас происходит, когда снимаем на стоковой камере, экспозиция начинает у нас гулять, начинает мерцать съемка. Какой выход есть? Открываем вот так вот open camera. Есть у нас вот такой замочек, и экспозиция у нас заблокирована. Тогда у нас никакого мерцания не происходит. Вот где-то здесь Meizu перемудрили, может быть, в каких-то прошивках это дело устранят, но вот пока вот такой есть небольшой баг. Смотри тестовое видео Meizu M6 ноты. Смотрим, есть ли у нас автофокусировка. Нет, вот есть фокусировка тапом. Смотри тестовое видео Meizu M6 ноты. Meizu M6 нот. Тестовое видео. Качество видео у нас Full HD 1920 на 1080. Meizu M6 нот. Качество видео Full HD 1920 на 1080. Проверка видеозаписи.
Meizu M6 Note. Качество видео у нас Full HD 1920 на 1080. Тестовое видео Meizu M6 Note. Качество видео Full HD 1920 на 1080. Это у нас Open камера снимает Full HD. И здесь у нас проблема в стоковой камере, что экспозиция при съемке видео начинает туда-сюда гулять, у нас мерцание происходит. Open камера, мы эту функцию можно отключить, экспозицию, замочек ставим, все, экспозиция заблокирована, и видео у нас хорошо снимается. Ну, пока делал обзор, прилетело какое-то обновление. Давайте посмотрим сравнение 3D бенчмарк. Здесь у нас Meizu M6S, здесь Samsung Exynos процессор 6-ядерный, Mali G71 у нас, или G71, видеоускоритель Meizu M6 Note. Это у нас здесь Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506 видеоускоритель, здесь Xiaomi Redmi 5 Prime, 435 Snapdragon и 505 Adreno. Xiaomi Redmi 5 или 5 Plus у меня, к сожалению, нету в наличии, но примерно, скорее всего, такие же результаты будут, как и Meizu M6 Note. Просто вот так вангую, как говорится. Смотрим 60, вот в порядке возрастания. Ну, где-то вот он проигрывает в тесте Vulkan. Смотрим Ice Storm. Здесь тоже у нас Meizu M6 Note выигрывает. Но вот OpenGL почему-то 60 653 баллов или очков набрал вот Meizu M6S у нас. Давайте далее посмотрим. У нас Ice Storm Extreme. Смотрим Extreme 8000, здесь 6000, и здесь у нас 6000. Slingshot у нас 639. Да, вот здесь 842. И у нас Slingshot на Xiaomi 602. И еще у нас что осталось? Slingshot Extreme. А здесь у нас 426, 349, 460, 387 и 317, 289. Вот такие результаты сравнения 3D бенчмарк. И, конечно, всех интересует Antutu. Сколько у нас Antutu? 74 437 баллов. У нас Snapdragon 625. PS40 2806 points. Banzai Benchmark. Meizu M6S 92815 баллов. Banzai 59,4 FPS. 4161 points здесь. Banzai Benchmark. Против 1806 points. Это у нас Xiaomi Redmi 5 68375. Еще для сравнения, конечно же, для полного. Xiaomi Redmi 5 Plus. Это у нас Xiaomi Mi 1. И Meizu M6 Note 75-78 тысяч и около 77, где-то все на одном уровне, но Xiaomi Redmi 5 Plus впереди идет. И все-таки среди всего этого вот так вот увеличивается Meizu M6S, он поинтереснее смотрится. И по работе самой системы здесь очень шустро все работает, то есть переключение между задачами внутри системы, переключение между Viber и так далее, когда у тебя запущено очень много программ. В этом плане даже контактная книга, телефонная книга, все это очень шустро работает именно в Meizu M6S. Хотя я бы не сказал, что Xiaomi Redmi 5 и M6 Note это тормоз там по сравнению с Meizu M6S, но вот все-таки смотрим на эти баллы и какие-то делаем выводы для себя. Ну и смотрим далее по Meizu M6 Note, по Antutu. Баллы по математическим операциям, по общему использованию, по многоядерной производительности. Вот какие-то сравнения можем сделать. Вот общая информация у нас. Adreno 506, Qualcomm Snapdragon 625, Full HD у нас. И не забываем, что в Redmi 5 у нас и Meizu M6S, там у нас не Full HD экраны идут, там уже HD Plus идут экраны. А вот в Redmi 5 Plus, конечно же, уже Full HD Plus разрешение. Смотрим по камере тут, информация по памяти. 64-битный процессор у нас, 8-ядерный Meizu M6 Note. 5,5 дюймов у нас, 480 dpi. В этом плане, конечно, пикселей здесь никаких не может быть. У нас в этом плане разрешение, все хорошо. Вот также не забываем, 4000 батарея. И разрешение у нас Full HD. Android 7.1.2. Далее вот еще информация, кому интересно. Какие датчики у нас. Все тут напичкано, нашпиговано. Датчик приближения, ориентации, давления у нас не поддерживается. Векторное вращение. Датчик сильного движения. Шагомер у нас. Конечно же, здесь стоит девайс InfoHV. Так вот определяет у нас по датчикам. Кое-какая у нас информация. LPDDR3. 3 гигабайта у нас. Центральный процессор. Вот у нас информация, кому интересно. 480 dpi опять. И смотрим тоже
различная информация по камере. Здесь девайсы инфошвы больше в китайфонах работают, на MTK. Там уже как-то все это дело определяется. Если у нас другой процессор, то все, девайсы инфошвы нам фигушку показывает. Батарея, смотрим, по времени 11.06, смотрим, 11.07, 5 увидел, 4 в использовании. И ГЛОНАСС у нас поддерживается, и это все дело на подоконнике было. И, по-моему, да, холодный старт, вот так все это дело у нас сработало. И никаких вирусов здесь у нас, конечно же, речи быть не может. Компания заботится о своей репутации. Так, это я входил вот так в инженерное меню, звездочка, решетка, 4636, решетка, звездочка, решетка, и опять звездочка, и попадаем в инженерное меню, смотрим, вот информация, кому интересно, настроить предпочтительные сети тут можно, кстати говоря, отключить, может быть, если вы только вторую симку на 2G используете, у вас будет экономия батареи. И вот смотрим тест батареи 3957, то есть у нас все это дело соответствует. Смотрим, это у нас на китайской прошивке, я проверял ID, то есть в этом плане все нормально было. Смотрим, вот у нас, это была у нас китайская прошивка. И вот так вот выглядело все в чистом виде, то есть доступно около 20 гигабайт. Далее смотрим, 10 точек мультитач у нас здесь присутствует, сенсор бокс у нас, аппарат напичкан всем тем, что можно, то есть кроме температурного и датчика давления, все у нас здесь присутствует, датчик приближения 5 сантиметров, датчик освещенности, смотрим, сколько люксов, гироскоп у нас присутствует, магнитный датчик, AIDA64, смотрим, информация вот такая, 3 гигабайта LPDDR3 у нас присутствует, 14-нанометровый у нас процессор, Snapdragon 625, смотрим еще информация, вот отображение 401 dpi уже показывает, AIDA64, по батарее 4000 мА, задняя камера 12 мегапикселей, передняя камера у нас на 16 мегапикселей, это у нас AIDA так определяет, по температуре, по датчикам смотрим информация, кому интересно, какие версии датчиков здесь стоят. Смотрим CPU-Z, информация тоже, 625 Snapdragon у нас, Adreno 506, 400 dpi. Смотрим еще, Android 7.1.2 у нас установлен по батарее. Датчики у нас температуры по сенсорам, смотрим, то есть по датчикам еще информация более подробная, кого интересует тоже. И проигрывание видео по Wi-Fi, в принципе, неплохой результат, 15 часов, это очень достойно, в принципе, для такой батареи и для такого разрешения. Смотрим Mortal Kombat X. World of Tanks, давайте высокие настройки включим. Смотрим FPS 49. FPS 60, Adreno 506 у нас Full HD. Разрешение. Modern Combat 5, 10 точек мультитач у нас, Full HD разрешение. Давайте посмотрим, что у нас с нагревом. 38. Смотрите, вот в районе динамика вообще 44-43. То есть все-таки нагрев здесь присутствует. Думаю, здесь в этом плане все хорошо будет. Разрешение у нас Full HD и Adreno 506. Видеоускоритель.
Ну, давайте в конце выводы сделаем по аппарату Meizu M6 Note. Какие здесь минусы? Ну, видео в стоковой камере в дневном свете снимает с бликами, то есть экспозиция начинает теряться. Ну, выход есть, конечно, open камера, но надеюсь, что в следующих прошивках этот баг устранят. Нагрев до 44, несмотря на то, что здесь вроде бы такой процессор Qualcomm Snapdragon, но все-таки вот такое дело здесь присутствует. Утопленный динамик у нас. Здесь могут соринки попадать. Это уже такие, может быть, докапушки. Нет у нас... Хотелось бы, конечно, видеть здесь USB Type-C, но чего нет, того нет. И нет у нас NFC. Давайте к плюсам перейдем. Сборка здесь отличная, ничего у нас не дребезжит. Все очень красиво выглядит у нас. Экран хоть и зеленит, но в принципе неплохой. Неплохая цветопередача. Дизайн тоже мне понравился. Вот как сзади выглядит все это дело необычно, как они вспышку расположили. Все это дело очень интересно выглядит. Металлическая полностью крышка, тоже, конечно же, и рамка. Это все плюсы аппарата. То есть пластик, конечно же, все это дешево смотрится. Здесь у нас Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506. Конечно же, это же плюс, что Meizu молодцы, стали ставить не MTK процессоры. Аккумулятор здесь 4000, очень хорошие показатели. То есть 15 часов видео, это очень неплохо для этой батареи, для этого аппарата, для этого разрешения. Также здесь у нас есть индикатор событий. Это тоже неоспоримый плюс, я считаю, что надо каждый раз разблокировать аппарат, чтобы посмотреть, есть ли пропущенные вызовы. Сканер, в принципе, хороший, но вот все-таки в Meizu M6S, как вы говорите, здесь там он получше. Хотя здесь тоже быстро все срабатывает. Уже, как сказать, это дело привычки. Кнопка Home, то есть она многофункциональная, и можно уйти от наэкранных кнопок. У нас экран полностью освобождается. Экран хороший здесь, Full HD. Никаких пикселей, никакой речи о пикселях здесь не может быть речи. Камеры тоже отличные, MX362. Передняя тоже неплохо снимает, хотя обсуждения бурно идут на форумах. Камеры мне здесь однозначно понравились, также неплохая цена. Конечно, аппарат советую к покупке. Основной все-таки здесь плюс, конечно же, батарея и разрешение экрана здесь Full HD. И аппарат себя хорошо ведет при таком разрешении, каких-то тормозов, каких-то фризов здесь я не увидел. Оптимизация хорошая, конечно, Meizu в этом плане больше все-таки выигрывает дизайном и качеством сборки, чем Xiaomi. Вот такой у меня обзор. Пишите свои комментарии, обязательно ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, будет много интересного. Всем спасибо, пока.